Да, такое, это возможно, даже возможно сближение, например, позиций таких стран, как Турция, Саудовская Аравия, Турция, Египет. В данном случае, конечно, можно говорить, что эти государства, исламские государства, могут во многом консолидировать свою позицию, потому что именно вопрос палестинский вопрос, вопрос Аль-Кудса и Аль-Акса, они, конечно, занимают такое важное место, собственно, в политике многих исламских государств. Это может явиться как раз общей платформой, на которой до сих пор эти все исламские страны способны находить общий язык, в том числе и антагонисты даже, такие как там Турция, Объединенные Арабские Эмираты. И, собственно, в данном ключе, в данной ситуации, конечно, такое возможно. И такие подвижки уже есть, это и заявления, в том числе Саудовской Аравии, которые, по сути, звучат в унисон с заявлением турецкого руководства или заявлением Египта, также в поддержку палестинцев, да, которые никак не противоречат речь заявлением того же Эрдогана. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.